Экономия времени, индивидуальный подход к каждому посетителю, консультации опытных специалистов – все это для комфорта и в целях повышения качества услуг. В результате компания получает постоянных и благодарных клиентов. Таким условиям старается следовать в своей работе ООО «Газпром» газораспределение «Ульяновск». В сентябре этого года организация запустила новый проект «Центр обслуживания клиентов». Это был наш пилотный проект и в полном объеме оправдал. На сегодняшний день к нам обратилось около 300 абонентов, на сегодняшний день 296. Самой популярной услугой у нас является технологическое подключение к сети газораспределения. Качественно и удобно. Комплекс услуг по газификации можно получить в одном месте по принципу единого окна. Экономить время посетителям помогает электронная очередь. Достаточно выбрать нужную услугу, например, техобслуживание, ремонт или установка газового оборудования, взять талон и получить помощь от квалифицированного и приятного в общении специалиста. От жителей северной части города Сергея Семенова сотрудники центра приняли пакет документов, необходимых для газификации жилого дома, всего за 10 минут. Обращаюсь первый раз, но ранее был наслышан об очередях и очень удивлен тому комфорту и уровню сервиса, который был предоставлен сейчас. Все быстро, удобно, без очередей. Весь комплекс услуг, связанный с газификацией, техническим обслуживанием оборудования, начиная от оформления проектно-сметной документации и заканчивая ремонтом бытовых газовых приборов, можно получить в одном месте. Центр располагается по адресу улица Кузнецова, 5А. Здесь же есть технический кабинет, где можно пройти инструктаж по газовой безопасности. Специалист расскажет основные правила газоснабжения, ответит на интересующие вопросы, а также покажет фильм о правильной эксплуатации газового оборудования. Здравствуйте, уважаемые гости. Рад вас приветствовать в техническом кабинете нашего центра. В нашем кабинете вы можете получить консультацию по видам газового оборудования, применяемым в быту. До создания центра людям приходилось обращаться к нуждам специалистов, направляясь в офисы по разным адресам. Сейчас в этом практически нет необходимости. Центр однозначно нужен. Во-первых, мы упрощаем работу с населением. То есть, если раньше население у нас приходило по различным видам услуг в наши офисные помещения и производственные, скажем так, базы, где мы заключали договора и проводили комплекс услуг, то на сегодня, придя сюда, значит, абонент может получить сразу все услуги. Теперь газовики изучают возможность открытия подобного центра обслуживания во втором по величине города области, в Димитровграде. Все делается исключительно в целях заботы о потребителях.